солнечный, теплый денек, прекрасное настроение. Ну и ощущается уже во всем встреча Нового года. Каким он будет 2020 год? Начнем. Давайте рассмотрим сначала нумерологически вот этот наш наступающий красивый год. Смотрите, как классно смотрится. Двоечка, ноль, двоечка, ноль. Словно весы 20 и 20 по разные стороны. Очень красивые цифры. Что же они нам несут? В первую очередь рассмотрим сумму вот всех-всех цифр. Эта сумма составляет 4. Нули не дают ничего, а двоечки четверочку. Что же четверка будет требовать от нас, от человека на земле? Во-первых, пунктуальность, надежность, практичность. Самое главное, научит нас быть в связи с природой для обретения внутренней и внешней гармонии, для того, чтобы находиться в умиротворении. Мы должны стать миролюбивыми людьми. В сердцах должен быть мир. И мы должны уйти от слова «война». Человек должен быть зодчим, должен быть творцом на земле. Ну и две двоечки усиляют друг друга. Очень важное, снова же, значение по нумерологии. Двоечка как раз несет задачу сохранения экологии земли. Растения, окружающий мир, все, что растет и живет на земле, это будет требовать особого внимания. И вот это одна из важных задач двоечки. Также двоечка означает хрупкий баланс между гармонией и разрушением. Здесь две единицы как раз, и одно, и другое. Вот что мы выберем при вот таких интересных событиях, которые будут дальше в нашей жизни в 2020 году. Дальше будет выбор между честью и желанием, долгом и снова же желанием получить свободу. Символ двоечки – это символ скрытых возможностей и нереализованных способностей. И как раз двойка покажет правильный путь вот открытия этих возможностей. Ну а каким путем это будет происходить, мы поговорим детально чуть позже. Здесь два нуля еще есть, а два нуля тоже очень сильные знаки. Не просто это пустота, а ноль как раз заряжен мощным потоком энергии. Именно с нуля, а это источник всего, всех остальных цифр, приходят все цифры, и каждый ноль возле любой цифры усиливает значение вот этой цифры. В данном случае у нас двойное усиление. Что оно нам даст? К чему нас приведет? Что заставит 2020 год нас сделать? Что понять? В первую очередь мы должны осознать свое внутреннее «я». Должны именно это внутреннее «я» найти и с ним связаться с помощью духовных практик. Вот это будут как раз революционные изменения для открытия своего творческого потенциала, именно творца, зодчего, своей жизни, своего пространства, своего огорода, своего цветника, дачи и так далее. И вот эти все скрытые потенциалы будут раскрываться. А как они будут раскрываться? Естественно, с помощью тех ситуаций, в которые мы попадем. Далее нужно будет нам, ноль заставит нас проводить быстрое налаживание дружеских контактов, очень быстро из-за изменения различных ситуаций, особенно климатических, позволит нам развить интуицию, тонкий вкус, а также поможет как раз вот этот нолик с двоечками усваивать и принимать, находить огромные пласты информации, которые нужны будут нам на практике. Я вот подготовилась к этому видео вот таким образом. Разобрала все знаки, все вот события, которые будут происходить в 2020 году. И эти знаки очень важны для нас, садоводов, огородников, потому что
именно они покажут нам, каким образом будет складываться ситуация с климатом, с погодой, и что это как раз даст нам для того, чтобы нормально пройти вот этот прекрасный 2020 год и выйти не просто так из этого 2020 года, а в хорошем настроении, не расстраиваться, не уповать на то, что будут какие-то климатические проблемы. Все это нас учит, все нас делает сильнее, и мы должны выполнить важную задачу. Задача вот 2020 года – осознание себя в этом мире. Мы частица Творца и должны творить как Творец. Так кто же станет конструктивным помощником человеку в добрых делах на Земле? Это будут планеты, знаки, ну, которые будут менять как раз нас и менять наши отношения к Земле, к нашему дому. Это корабль, космический корабль, на котором мы все находимся. И здесь очень важно быть человеком по отношению к себе. Как к себе относишься, так и будет отношение других к тебе. Но сначала рассмотрим вот такие интересные события. Эти события как раз у нас связаны с двумя планетами. Я уже частично говорила, как раз в марте месяце, говорила в видео, есть специальный «Уран в Тельце». И почему очень важно вот этот период рассмотреть? Потому что он начался не с 6 марта 2019 года, и одним днем не закончится, и одним годом это все не завершится. Это только начало, и предшествовало этому, конечно, события различные. Уран в Тельце пробовали и раньше себя, но вот это сейчас как раз период очень активный, и вот он будет продолжаться 7 лет. А за 7 лет произойдет очень много важных событий. Давайте более подробно рассмотрим вот эту ситуацию семилетнюю, которую мы уже прошли и проходим, завершаем в 2019 году. Как раз Уран в Тельце проходит с 29 градуса Овна по 7 градус Тельца. Это 2019 год. А вот в 2020 году Уран пройдет уже с 3 по 11 градус Тельца. Что у нас очень важно вот в этот период? Вы знаете, я просто взяла и астрологические аспекты, как раз сложила вместе вот по этим двум знакам, и более подробно хочу поделиться вот этой информацией, для того, чтобы понять, что же это происходит, потому что многим просто непонятно, да что это с погодой, да что это с природой, что это с материей, почему это все происходит и зачем мне это надо. Давайте рассмотрим ключевые значения сначала Урана. Уран очень важный знак, вот так в астрологии его как раз рисуют, мои рисунки тоже своеобразные, но важно очень смысл и значение. Что значит Уран? Уран – это неожиданность, революция и свобода. Ключевые значения, их очень много. Я их выписала, именно выбрала то, что нам нужно, что мы проходили и будем проходить дальше в последующие 7 лет. Ну и, естественно, в 2020 году как раз с 3 по 11 градус Тельца будет находиться Уран. И что он заставит нас делать, к чему он нас приведет? Уран. Связь с космосом. Ключевые слова. Чему нас будет учить? Уран несет переворот, новаторство, опыт, новые идеи, новшества. Все должно будет происходить вопреки традициям, то есть старое будет уходить и другое, новое приходить. Независимость, свобода, оригинальность, техника. И вот, вот эти все важные ключевые слова, их можно продолжить. Очень много ключевых слов, связанных с новой жизнью, с нетипичностью ситуации. Поэтому я выбрала то, что вот как раз касается нас, садоводов и огородников.
Потому что именно мы будем в основе вот той новой жизни. Ну, а те, кто еще находится в городе, очень многих просто будут возвращать к земле, будут появляться наследство в виде дач, ну и жизнь будет заставлять возвращаться к тем маленьким дачам, огородам. Обращать внимание нужно будет как раз и на сады, на выращивание различных растений, новые способы выращивания. Об этом будет в дальнейшем очень много тем. Мы будем продолжать. Это только начало. И именно сейчас, я думаю, уже многие готовы. Я получаю сообщения, вопросы, обсуждения и вижу, что многие готовы новое осознание себя в этом мире как раз. Открытие этого сознания позволяет нам многое уже понимать и говорить об этом более подробно. Так вот, Уран в Тельце, вернемся к этой ситуации. Ключевые слова Урана, такой планеты, которая будет нас учить свободе, учить тому, что мы связаны с космосом, с Творцом. Вот эта планета, как раз, видите, ее задачи, ключевые слова, сходятся, ну вот, на нескольких таких важных, тоже ключевых словах, которые я выделила. Но больше всего это как раз идет к практике. Это как раз касается нас, садоводов, огородников, земледельцев, которые вот это все будут как раз на себе испытывать, практиковать, потому что питание – это будет основа жизни. Оно и есть основа жизни. Но только это питание должно быть здоровым, экологически чистым и, естественно, не загрязнять в результате приготовления, выращивания, не загрязнять землю. Телец – это стихия земли. Буквально просится и требует земля. Будьте добры, человеки, займитесь своим делом. А займитесь тем, чтобы земля, я, земля, требует от нас, чтобы все мы делали с добрыми помыслами, с миром в сердце и завершили воевать с собой и воевать со всем миром. Вот ключевые слова, среди ключевых слов, да, вот практика мы с вами разобрали. Здесь же можно к этому слову деловая активность, как раз хватка, стабильность, надежность, несокрушимость, создание и защита, как раз защита семьи с помощью вот этих новых технологий, новых растений поможет нам как раз удерживать наши семьи на плаву. Ну и начало как раз этого знака, ключевое слово, материя и форма. Все будет обретать новую форму, новые значения, новые растения, новая пища. Вот это очень важно, то, что будет нести вот эти оставшиеся уже 6 лет, чуть меньше, чуть больше. Ну вот эти все годы до 2026 года нам придется вот это все, все эти ситуации проходить, изучать. И производить не только на предприятиях, а производить своими руками на земле прекрасные растения для пищи, для удовольствия, для наслаждения своей жизни на своем участке. И вот телец как раз занимает место и покровительствует кухням и кладовкам. Видите, кухни и кладовки неспроста связаны с нами, земледельцами, потому что как раз все то, что мы делаем для того, чтобы попало здоровое, красивое растение, плоды, ягоды попали к нам на кухню, а в кладовку для того, чтобы их там заготовить и сохранить, и потом в течение года использовать до нового урожая. Вот это у нас такой знак. Знак Телец, в котором находится Уран. Уран в Тельце также отвечает за различные растения. Я их хотела бы назвать, я тоже их сделала такую выписку. Это садовые растения, покровительствует над садовыми растениями, покровительствует над дынями, арбузами, огурцами, кабачками, патиссонами, над ягодными растениями, малиной, ежевикой, голубикой, смородиной.
но и очень уважает телец, как раз различную зелень, салаты, укропы, петрушку, тархун. Вот такие вот есть желание тельца и как бы покровительство тельца над этими растениями. Вот нравится ему вот это все, и он будет помогать вот возделывать нам сады, выращивать как раз нужные овощные растения. Ну и естественно, если это у человека будет экологическое образование своеобразное внутреннее, то есть не будет использоваться химия в том количестве, в котором раньше использовались. Хочу еще сказать о чертах природы этого знака. Вот посмотрите, я выделила вот эти черты красным. Это то, что будет убираться. Вот в тельце будет постоянство. Это то, что мы привыкли к старым способам. Консерватизм, упрямство. Это как раз будет убираться. А вот ну, будут другие способы, хотя вот эти черты характера, они хороши, но если это несет старую энергию, это, конечно, нам и старые способы не будет помогать. Поэтому мы должны проявлять упорство, настойчивость, выдержку, терпение, высокую работоспособность и стремление к наслаждениям от получения вот этого наслаждения от еды, от приготовления еды. Почему сейчас очень так активно люди изучают какие-то новые рецепты, ищут что-то вкусненькое, готовят, делятся своим опытом, потому что вот это как раз и есть, вот это телец у нас поднял. Это было у нас стремление, но вот сейчас оно наверх поднято, вот это стремление к наслаждению от пищи. Пищи свежей, прямо с дерева, с грядки, а также приготовленной и заготовленной. Здесь же такие важные ключевые черты природы, как преданность, хладнокровие, надежность, здравомыслие, склонность защищать, вот именно защищать свой райский сад, дачу, дом, цветы и отстаивать свое право на земельный участок. Почему сейчас так возникло возмущение о продаже земли? Земля не продается. Земля – это единственное, что не должно продаваться, поэтому все это внутри, оно ощущается в человеке, тот, который работает на земле, тот, который понимает значение именно кормилицы земли. Поэтому вот это как раз сейчас поднимается, и вот это начинает активно работать. Что же нам вот эти годы Урана в Тельце принесут в конечном итоге? Что нас заставит делать вот эта ситуация? А в первую очередь мы должны находить новые способы возделывания овощей, плодов и ягод. Это должны быть нестандартные подходы. Мы должны уходить от загрязняющих веществ. И вот то, что приходит, очень много вредителей, новых болезней, неизведанных. Они просто, они-то известны, это все просто из других стран это все приходит. Это нас заставит перестраиваться, находить новые способы. И эти способы не должны быть химические. Они просто не помогут нам. Второе, что заставит Уран в Тельце нас делать? Это очень важный момент. Возможно, надо было бы его даже на первый план поставить. Вот именно сейчас нас заставляет с помощью применения наших внутренних творческих, они пока скрыты, эти потенциалы, они действительно творческие и красивые, но вот они только-только всплывают. Я сужу об этом по вашим сообщениям, по вашим фотографиям, рассказам. И вот именно на земельных участках, по обустройству своих дач, домов, различных построек, настолько это все красиво делается, необычно, вот это как раз вот открываются вот эти скрытые потенциалы, открываются замочки, которые находились у нас в наших душах и в наших мозгах. И вот это все сейчас открывается. И столько разнообразного, красивого появляется, а будет появляться очень много
как раз вот этих новых красивых вещей. И эти вещи как раз будут нас окружать. Мы свое пространство как раз сейчас вот это творчески будем обустраивать, продолжать, изменять. И очень будет цениться как раз творческий потенциал своими руками. Ну, у кого какие будут возможности, но вот именно будет долго жить то, что будет сделано своими руками. Следующий итог и важная задача, которую будет ставить Уран Тельце, это обновление через экономический кризис. Что я имею в виду? Астрологи вам сейчас будут много рассказывать и рассказывают, смотрите, слушайте о том, что нас ожидает экономический кризис, финансовый, полностью все будет меняться, да все сферы жизни в связи с этим будут меняться. Что это даст? Как раз Уран Тельце нам даст. Новые технические помощники нам придут, именно дачникам, огородникам, земледельцам. Станет вот доступной мини-техника. Да, чем больше ее, тем она будет дешевле. Ну и придут финансовые возможности, каким образом, для каждого это будет свое, но технически мы сможем обслуживать свои участки и не уставать, когда мы это делали вручную, физический труд используя. Далее очень нам будет помогать, вот Уран как раз принесет, вот эти технологии более активно будут использованы, интернет. Мы сможем благодаря интернету получать больше информации по технологиям. Будет доступ к опыту первопроходцев, доступ к прогнозам астрологическим, погодным. Будет доступ к тем новинкам, к новым растениям и к новым способам, которые вот сейчас будут появляться. Вот вы сейчас смотрите этот канал. И этот канал на Ютубе как раз один из элементов, который как раз говорит о том, что да, Уран в Тельце как раз дает нам такую возможность. И мы сможем друг с другом делиться, мы сможем друг другу рассказывать и не терять время на то, чтобы годы и годы использовать для того, чтобы что-то понять, испытать, попробовать. И я очень радуюсь, когда вот такие приходят ко мне сообщения с рассказами о том, что вы сделали и как у вас получается. И вот хороший есть опыт такой-то, такой-то, по такой-то теме. Ну и очень важно, вот и я как бы продолжу вот эту задачу, третью, которая только что была озвучена. Еще одна задача будет решена. Это приход, скорее всего, материализация новых растений, новых продуктов питания. Как это произойдет? Я еще не могу точно сказать, да это никто не может это сказать, но я знаю, что нам помогут две планеты, Сатурн и Плутон, которые только уже прорепетировали свою встречу летом 2019 года в знаке Козерог. Об этом мы чуть-чуть позже будем говорить. Но хочу сказать, что вот эта репетиция встречи удалась на славу. Вспомните, позади холодное и короткое лето в одних регионах. Там, где было жарко, вдруг выпадал снег, град. Там, где было холодно, вдруг становились периоды жаркие, сухие. Но вот потом вдруг приходили холодные проливные дожди, ураганы, град. И вот это как раз все Уран в Тельце. Почему? Потому что меняется земля, меняется климат, меняется все абсолютно. И придет материализация новых растений, новых продуктов питания. Каким образом это будет происходить, есть у меня некоторые наработки, и это будет отдельная тема, и я об этом обязательно расскажу. Ну что же, перейдем к самым дальним и холодным планетам, которые в 2020 году будут соединяться и принесут очень много изменений в нашу жизнь, в жизнь Земли, в наш уклад, в наши способы производства и отношения к жизни, к планете, к тому, что находится на Земле. Три великие соединения дальних планет, 2020 год. Это три важных межпланетарных цикла медленных планет от Юпитера до Плутона.
И вот это редкое стечение космических событий очень бывает редко. И я их сейчас назову. Сатурн с Плутоном 12 января, Юпитер с Плутоном 5 апреля, 30 июня, 12 ноября и Юпитер с Сатурном 21 декабря. Этот год, 2020, наступающий, станет завершением и началом новых больших социальных циклов, которые принесут важные перемены абсолютно во всем мире, в каждом уголке Земли. И эти перемены будут в идеях, открытиях, технологиях, экономических, политических, финансовых тенденциях, практически во всем. На этом я вот это видео, первую часть, завершаю. Далее мы будем говорить именно о этих великих соединениях дальних планет. Они очень важные, и на них нужно обратить особое внимание.